Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, и это пятая часть прохождения Horizon Zero Dawn. Даун. Вот, жмем пока кнопку продолжить, пока идет загрузка. Я напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ребят. Ссылка есть в описании, также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит у меня ролик или начинается стрим. Вот, так что плюс в Дискорде всегда можете найти еще с кем поиграть. Ссылка все есть в описании. Переходим, пользуемся, радуемся и радуемся. Вот, как-то так, короче. Так, загрузочка у нас почти прошла. Я уже, кстати, что-то я подзабыл немножко, на чем мы там закончили. Куда нам надо... Давай посмотрим, куда нам надо прийти. Попробовать перехватить эту чепушушку. Бегун... зона бегунов. Слушай, тут... Зона обитания падальщиков. Тут еще вон как даже нарисовано все. Идем пробовать... мы там эту, какую-то лабуду, короче, сделали, забрали. Как управлять роботами теперь, да? Ой! Подожди, вот так. Оп. Все готово. Так, надо чуть-чуть... Чик. Чучундочку потише. Кстати, по поводу... Мне говорили... этого. Угол обзора. Ну-ка, давай попробуем на 90. Как у нас будет на 90 выглядеть все? О, давай на... Бегуны, можно опробовать на них перехватчик. Надо так к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Над бегом его можно оседлать, приблизиться к нему и нажмите Е. Нихуя себе. То есть надо к нему прям приблизиться. Тихо, спокойно. Ну, рискнем. Давай. Сработало! Вот так. Молодец. Вот это другое дело. Тихо. Блядь! А вы чё? Блядь, я понял, что я дерьма надел. Так, надо это аккуратно все делать. Ёб твою медь-то, а? Ничего. Тихо! Подожди. Вот так вот. Так, я понял. Надо это делать чуть-чуть побыстрее, да? Так, а вот это стоит, нас уже ждет, да? Так, давай вот эти вот конфетки все соберем. Это тоже все соберем. А этот уже все наш, да? Какой резвый! Лучше, чем пешком. Охуеть, мы теперь можем на этой херне гонять. Слушай, а вот это прикольно. Это вообще надо прикольно. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Там идет бой. Осторожней! Это разбито. Давайте ближе! Ближе! А как она? Что, с коня уже слезла? Ты Варл, значит? Мне показалось? Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? А ты думал, что я, блядь, простая такая? Это долго объяснять. Просто рыжая, что да ли? Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой. Ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, Венец Матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду... Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты. Границы без охраны. А мы остались без вождя. А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата.
что я и делаю. Что за нападение? Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромны. Так, я понял. Мне ладно. Пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в Венец Матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив Жажды Беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Давай-ка, наверное, сначала Сону найдем. Задание. Так, основное. Уровень 7. Это что у нас? До места побоища, где надо войски Нора нападали из осады. Поговорить с Марией и Венецией Матерой. Побочные. А, это основные, но они вот так вот, да? Так, сейчас у меня горит что? Так, нихуя. Это что, это вот поговорить? А давай так поставим. Вот эту Сону надо. Да, вот эту выделяем. А это вот здесь их на них напали. О, а что лук такой? Это лук, это что? Но эта зона пока недоступна. А, это быстрое перемещение. Тут еще вон какие-то антилопы. Так. Ну вот, все. Погнали, значит, до... сначала на место побоища. Храни тебя, богиня. У изготовления. Вместимость это для ловушек. Жирное мясо. Так, надо же, короче, жирное мясо мне, да, там, кость кабанов, хвост лисы, сочное мясо. Надо, короче, это, животинку маленько это, нахлёстывать, чтобы мне улучшить вот эту всю тему. Вся моя жизнь прошла в объятиях. Мой мир стал больше, но и опаснее. О, ну-ка, вот это можно? О, смотри, рыбина! О, сочное мясо. Слушай, с него берется, смотри. Так, кафетка. Вот эта штука. Где еще кафетки? Так. Блин, так можно это. Маленько, знаете, вот мы играем, проходим. Блять, надо что-то увеличить. И все, и так можно просто... Я беру в дорогу. Просто можно застрять в этой теме. Просто как упасть вот это собирательство все. Слушай, смотри, там какие-то большие работехи стоят. Так, все, места нету больше. Так, изготовить лук. Ну-ка. Нет, мне вот эти нужны. Если я узнаю больше о машинах, то научусь перехватывать управление. О-о-о! А чё так быстро агрятся? Я чё-то не понял. Я же в кустиках сижу, никого не трогаю, не жужжу. Я хочу попробовать кого-нибудь перехватить из них. Наверное, не получится мне нифига. Блядь, тут полюб... Может, вот этого надо вот так вот дернуть? Ой! Вот так вот и все. Давай вот так вот.
Тихо, друган. Ну просто реально интересно. Блять, кабан. Фу, слушай, надо кабана. Жареный, кстати, этой темы попробовать. Жареной стрелой. Блять, ну куда ты пошел? Нельзя ничего с ним сделать. Я понял, все. Я побежал, все, пацаны. Все. Подожди, с кабана заберу тут свое. Ой. Все, я пошел. На них пока ничего не действует, эта тема. Можно захватить вот тут коня. О, тут еще есть какая-то второстепеночка, да, у нас? Короче, надо валить на ту... Подожди, а вот тут вот так вот надо, да, вот. Вот и все, ничего тут нет. Ну да, все, просто уходим и все. И все хорошо. Ой, блядь. Давай. Это что у нас тут стоит? Бегун. Что с тобой, охотник? Ты из войска? Тебя ранили в сражении? А, не совсем так. Я не охотник и не воин. Да вообще никто. Зря ты со мной говоришь. Он похож на этого, у него только глаза другого цвета, которого мы спасли. Я Крин. Хотел пройти испытания в охотничьих угодьях за холмом. Ну, навыки отточить. И вышло не очень удачно. Поранился в охотничьих угодьях? Как? Ну, я целился в емкость на спине жвачника, но тетива лопнула, и я споткнулся. Ну, короче, глупо вышло вообще. Да выебывался, называется. Я хотел потренироваться. Там для этого самое место. Там можно проходить испытания, и тебе дают метки, если выполнишь задачу или уложишься по времени. Смотритель на том холме, к северу отсюда. Какие-то ты обратись метки? Это что такое? У тебя-то наверняка получится. Почему ты сказал, что ты вообще никто? Что я зря говорю с тобой? Я украл лук, ясно? И меня изгнали. Это было до инициации. И теперь я даже не могу помочь своему племени в час нужды. Приходится жить в лесу одному. Потому и пошел тренироваться. Удивлен, что смотритель вообще со мной заговорил. Мне кажется, что он сам изгой. На матриархов ему, похоже, наплевать. Ничего себе, тяжко тебе пришлось. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, я выстою. Отец всегда говорил, великая мать хранит меня. Ну, говорил, пока бегун его не затоптал. Это, конечно, печально. Мне пора идти, Крин. Ну ладно, береги себя, особенно на севере. Так, и куда-то можно... И потренируйся в охотничьих угодьях. Вот, где-то охотничьи угодья. Задания. Побочные нету, основные нету, активные эти. А, во, охотничьи угодья. 176 метров. Куда давай поставим? Коня только надо спиздить себе. Так, давай. О! Все, я поехал отсюда. У меня есть конь. Причем конь с фонариком у меня есть. И мы сгоняем в охотничий угодья. Ну-ка, затоптать получится? Да, получится. Слушай, нихуя. Он топчет еще, смотри. То мне надо. Это я заберу себе. Так. Обратно поехали. Давай. Разгоняйся. Они тут, в принципе, недалеко. Сейчас посмотрим, что такое охотничье угодье. И дальше пойдем. Ну, а кто этой? Девахи.
Вот тут торговец есть. Ай, тихо. Давай, сохранимся. И давай попиздим. Крин мне сказал, это охотничьи угодья, где можно испытать себя. Бедный Крин, неумелый охотник, но хотя бы не унывает. Это хорошо, что не унывает. На тебе метка искателя. Слышал о таких, но никогда не видел. Матриархи разрешили тебе покидать священную землю и возвращаться? Да, но я бы ушла и без их разрешения. Вот как? Тогда мы можем говорить открыто. Я вообще-то веду дела с Карха. Я представляю группу из Меридиана, дом охотников. Мы берем к себе юных охотников после некоторых испытаний. Вполне возможно, ты нам подходишь. Тут есть не хочешь кланы попробовать какие-то? Себя в испытаниях. Но имей в виду, я бы не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Особенно кто-то из матриархов. Конечно. Выбирай. Какие испытания тебе интересны? Объясню, что к чему. Только детали, бревна, взрывная нить. Давай, давай детали попробуем. Испытание стрельбы из лука. Нужно как можно быстрее сбить детали со спин жвачников. Что ж, удачи. Как только спустишься по веревке, начну отсчет. Ладно. А где жвачники эти? И вообще, что такое жвачники? Это вот это здесь вот, наверное. Здесь нельзя пользоваться оружием. Это будет нечестно. О, блядь! Ты откуда взялся? Блядь! Юху иметь! Нет! Стой, я сейчас умру! Блядь, да что ты будешь делать? Тормози, друган! Так, мне надо вот эту вот тему собрать, да? Три. Почему всего три? А, их надо просто сбить. Вон оно что. Он мне засчитал, который я сбил даже. Все, я понял. Ну, может, у машины есть удивление? Но где? Их не надо собирать. Усё, смотри. Прямо на последних секундах успел. А, так, я отхилиться не могу. А как мне... Слушай, я вот вижу банку у себя. Как мне банку эту использовать? Для хилов. Я вот что-то это вот так это не понимаю. Ну, камень F. Е его. А, на X вот переключается оно. На Z переключается. А. О, все, и на F нажимается. Вот что. Все, разобрался. Так, ну, давайте теперь посмотрим, что они нам дадут за эту хуйню. То, что мы выполнили. В принципе, мы на 2 секунды успели раньше. Так, это все собрать. Тоже все собрать. Это нам все пригодится. А как-то по-быстрому тут можно залезть наверх? А вот, в принципе,
Да, да, да. О, вот тут можно, нам можно запрыгнуть. Интересно, конь мой остался там, нет? А, стоит, слушай, нормально. Как ты первый раз и сразу сияющее солнце? Ты мастер даже для Нора. Я себе, блядь. Так, только детали выполнены, да? Бревна, взрывная нить. Так, давай посмотрим сначала вообще, так, типа мне попрощаться. Пора. Я всегда тебя жду. Хуя, 9 уровень сразу, охереть. Предметы. Так-то ничего интересного-то, по сути-то. Они и дали. Навыки. Так, 3 навыка у меня есть. Сильные руки. Подброс с машины. Подбор с машины. Вот эта тема нужна. Ремонт ездовой машины. У вас повышается шанс добыть из туши шкуру, кость, линзу. О! Как раз что мне надо для улучшения. Вот это тоже давай улучшим, короче. Блять, ну хочется, конечно же, за него экспы очень много дают. Слушай, как я понял. Очень много дают экспы. А что у этого продается? Давай посмотрим. Праща. Боевой лук. Я себе. Высокоточный лук. 60. Охотничий. 80, 15, 25. Так. Это уже типа есть пробитие брони, да? 2 штуки. А давай-ка купим, поставим и посмотрим, что у нас будет. Поменяется у нас урон или нет? Экипировать. Вместо... Давай вместо вот этого лука экипировали. Продать. Мне, наверное, нечего продавать вообще по факту. Пока все оставим. Так. Интер. Предметы. Боеприпасы. О, вот такая какая-то тема теперь появилась, да? Он такими луками бьет сильнее. Это высокоточная стрела какая-то, да? Оружие. Теперь давай мы берем наш лук. Блять, не так. О, модификации. А я могу с этих вытащить модификацию? Как убрать? А никак их не убрать. Если я их поставил, то я их все. Вот спираль, кстати, смотри. А здесь, получается, у меня на этом луке-то как раз у меня стоит и спираль, да? Да, да. Вот если бы я к ней дал бы, на 20% больше выдавал бы спирали. Ну, давай рискнем заменить, например. Или он, если вы поставите модификацию, уже занятую ячейку, уже установлена модификация, будет потеряна. Нет навыка механик. Навык механик надо. Навыки. Что за механик? А, это вот по этой ветке надо уйти, да? Бля. Я понял. Лук тогда мы не трогаем. Мы его пока тогда оставим. А вот этот лук экипировать вместо вот этого. Все. Я теперь знаю, что надо это. На чем мне надо теперь накопить бабосики. Ну и все, и добраться надо до этой темы. Все, поехали. Поехали, друган. Навык механика, блядь, нужен. Кто бы знал. О, а ты что стоишь тут? А, это муляж. А? Тихо, сейчас упаду. Так, а я вот тут могу же спуститься?
Нихуя я не могу тут спуститься, я понял. Ну, пошли, значит, как пришли, вот так вот, давай. Пойдем в обход. Пойдем найдем нашу эту Элизу, или как ее там звали. Интересно, а кони у нас умеют плавать? Ну, вот эти вот, железные. Ну-ка, давай. Оп. Смотри, реально собирает. Я найду тебе применение. Тут мне как раз кафетки эти нужны. Чуть-чуть побыстрее давай, братан. Чуть-чуть побыстрее надо. Ты слишком медленно идешь. Давай, пришпорим. Все, погнали. Так, а, подожди. Не, все правильно. Блядь, стой, стой, стой. Вот это что, я с робота могу собирать? О, я могу и с робота собирать. Короче, надо еще смотреть на стрелы, на всякую бубуйню, на всякую тему. Что мы берем, что мы вставляем, что мы делаем. Давай попробуем. О, смотри, идет. Визор поймал какой-то. Рядом с ним труп. Ну-ка. Труп обворовали. Ну-ка, давай посмотрим, что к чему. Тут опасно, девочка. Ой, пошел нахуй. Опасно для тебя, чужак. Ну? Это земля Нора. Да-да-да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет? Ладно. Дым по ту сторону руин. Я не вижу нихуя дыма, блядь. Ну, пока мы с тобой встречаться не будем, что-то ты мне не сильно нравишься, и глаза руины у тебя, блядь, накрашены. Наверное, это и есть жажда беса. Город предтеч из железного мира. Ой-ой-ой. Это хочет за нами сейчас это? Нам некогда, нам некогда. Давай проверим. Так, это нам вот сюда надо идти, да? 403, в принципе. А в какую сторону? Ну-ка, давай посмотрим. Нормально, нормально. Как раз мы сейчас вот это вот выполним сначала. А потом туда сгоняем. Изготовление, вместимость. О! Сумка для оружия, колчан для высокоточного лука позволяет увеличить размер колчана для высокоточного лука. А, тут еще, блядь, для каждого лука свой колчан. Ёб твою стыд. Сумка для оружия, сумка для одежды. Но для оружия, наверное, давай-ка мы увеличим. Прекрасненько. Ну и а чё тут? Чё нам мучиться, сразу сюда увеличим. Высокоточная стрела с проводом. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Записная книжка. Ебать, здесь еще птицы есть. Так, все стоит, все. Все, погнали. Вверху деревня Нора. Так, а если нам не обходить, а вот здесь вот через скалу нам проехать, мы же можем? Блядь, зачем я слез? Конь, к сожалению, не может прыгать. Крутой уклон. Да понял. Да понял, я понял. Видимо, здесь на них и напали из засады. Жуткое зрелище. А, на машине туда нельзя. Все, я понял. То есть еще такие вот локации, где на машине нельзя. Нихуя их тут расхуярили. Может, Соня оставила хоть какую-нибудь зацепку? Подсказку. Куда она направлялась? Много машин. Всеми управляли убийцы. Пригнали их целый табун. Расследование идет полным ходом, Шерлок. Мы смогли завалить демона. Но прежде убийцы заставили его напустить на них другие машины.
Это вот эта вот хуйня, которая к нам тогда приходила, да, я так понял? Опа. Объедки. Убийцы устроили тут привал, прежде чем перейти к делу. А это кто сюда пришел? Сейчас, подожди. Подойди. Да иду, я иду. Давай. Рассказывай. Трави душу. Все перебиты или ранены. Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. Понял, где она? Варл отправил меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее тебе не выжить. А что такое? Что-то в глаз попало, блядь. Так. Нам надо... А, нам, слушай, нам... А, нет, это в обратную сторону, да, нам надо идти? А лагерь разбойников у нас вот сюда, да? Блять, может забежать в лагерь сначала? Давай, к разбой... Вот тут еще какая-то второстепеночка. Не, наверное, пойдем сначала найдем Сону. Давай-ка найдем Сону. Там по-любому какая-нибудь тема будет. А второстепеночки мы, наверное... Лиза поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. А второстепеночки мы прям это... Идет передача данных. Второстепеночки... Это блин на шее? Второстепеночки? Такими их краской описано. Может, это от него идет сигнал? Блять, стойте! Да стойте, стойте, стойте! Блять, меня скинули. Хотел сказать про второстепенки. Второстепенки, то ли это потом, может, как-нибудь это прям вот выделить, так сказать. Стримчик. Опа, нихуя, я что-то нашел. Это что такое? Блять, отстань от меня! Друган! Кажется, сигнал исходит от головы Дина Шерри. Надо туда забраться. Ты пока не лезь. Вот этот ты. А что мне он говорит задание открыть? А. Длинношейная жажда. Тут второстепенка на второстепенке. Как пройти эту игру, а? Просто не попадайся ему в глаза. О, блядь, я все забываю, что есть подкат. А что такое длина шеи? Это кто? Что это вообще такое? А, это, блядь, это робот такой огромный. Отсюда можно запрыгнуть на длина шеи. Слушай, а вот эту тему как-то завалить можно, интересно? А, или еще выше надо, да, запрыгнуть, я так понимаю? Где я? О, блядь. Получилось. Я думал, не сработает. Теперь надо добраться до головы. Какая опасная хуйня. Потерпи, я быстро. Мы сейчас ему управлять, что ли, будем?
Значит, Вильня Ши запоминает все, что видит, и посылает изображение другим машинам. А что случилось-то? Так, плюс одно очко мне дали. Навыков. Просмотр записи. 10 уровень, ничего себе. Это что, это доберитесь до места, где пропала Сонна. А, во, все. А вот тут есть костерчик еще, да, у нас? А я могу на него... А хотя пока зачем он мне? Погнали к Соне, все. В принципе, мы что-то сделали с этой темой, да? Предметы, ресурсы, навыки. Есть два навыка, да? Ну, вот это... Да, вот 3-3-3. Вот сюда надо ставить, потом... Подожди, не, сейчас чуть не то выбрал. Вот механик. 3 очка надо, 3 очка. Короче, 6 очков надо. 6 очков? И что мне надо? Это что мне надо? А, так это мне надо 6 левелов, блядь, поднять. Ради механика, чтобы вытащить вот это вот дерьмо. Охуеть. Ну, да, на чё? Я думаю, в принципе, 6 левелов, это не так уж и проблематично здесь выкачать. Просто видимо, как бы... Это и есть холм, о котором говорил тот воин. 6 навыков потратить, блядь, на просто вот такую бабуйню. Сколько, интересно, здесь вообще у нее уровни самые максимальные. Сонна была здесь. Куда она пошла дальше? Этот луг долго и верно служил хозяину. Здесь они сделали привал, наконечники. Никто бы не стал бросать его. В отряде Сонны потери. Я тоже думаю, нихуя себе, лук потерять. Наверняка они очень после сражения. Воины мастерили здесь стрелы. Так, вот это что? Подожди. Ну и чё? Это бинты. Тот воин не единственный, кто был ранен. Попробую найти кровавый след. Надо посмотреть через визор. О! О, кровавый след, все нормально. Индюк, стой! Нихуя пёзнул, ебать, и дали, сразу попал. Ресурсы 30-50, о, все, хорошошечка, хорошошечка. Тут следы. Скоро сумочку смогу себе следы увеличить новенькую. И кровь. А-ля-ля-ля-ля. Сонна с отрядом шла к тому хребту. А давай пизданем в него. Бестолку. Он даже ничего не почувствует. Больших, короче, я так понимаю, нельзя валить, да? Опа, смотри, красный зараженный. Или что? Может, у них какие-то новые ресурсы падают? Ну-ка, блядь. Такие штуки дорого стоят. Бля, вот эти сердца, вот эту всю тему, это походу продавать надо. Я так понимаю. Которые я собираю, и они нигде... Ебать, я думал, сейчас уебусь. Которые нигде у меня не используются, да? Так, стрелы. Оп, давай допрыгиваем. Так. В поисках Сонны. Мертвый Пелозуб. Может, его убили люди Сонны? А, вон он, наверху. Я думаю, блядь, где она его увидела? Что за стилизуб говорит? Фиг, кафетки. Индюк, стоять! Зайчик, стоять! Увидали, прям в голову ему попал. Во, зеленый, видали? Блядь. Не дали собрать мне зайчика. Хм. Опа.
Ёб твою медь, блядь. Это типа тигр, лев, пес. Одной стрелой, типа, да, можно? Говорить-то будете? Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Пилозуб разорвал бы тебя на куски. Пол мгновения, и я б сама его Идите убила. Нахуй. Так вы есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он за вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи. Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? Конечно. О, да, еще как. Так докажи. Мне нужна твоя сила. Идем. Ну, свою силу я тебе не отдам. У меня тут вообще кролик, блядь, лежал. Где мой кролик? Убийцы вот за этим гребнем роются в проклятой земле. Ну все, погнали. Ща мы наебашим. Там похоронен грех предтечь. Ща мы с тобой тут машины делов наворотим-то. Убила одну у дозора матери. Бля, здесь где-то рядом Смелое костер стоял. Заявление. А, вот он. Подкрепишь ли ты его делом? Да, под... блядь, чего вы все выебываетесь-то, а? Просто скажите, типа, ну, блядь, посмотрим, пойдет, пойдет, ну, не пойдет, значит, умрешь, и все. Делов-то, а то, ты, жопа вонючая, ты. Не можешь ты, жопа вонючая, ничего делать. Я в тебя не верю, жопа вонючая, ты. Полезная травка, правда горькая? Правда, ешь давай, блядь, что дают. Бля, где-то индюк или кто был? Ой, енотик. О, кость енота. Прекрасненько. Это мне надо. Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом. Но зато ярость придаст нам сил. Может быть, по-другому? Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Бум. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну, стреляйте. Хорошо. Да я сверху сейчас просто начну лупить и все. А, или все-таки мне надо спуститься там. Подожди, я тут сейчас пособираю сначала ресурсики, ребят, ладно? Сильно не торопитесь. Так, мне либо вниз вон туда заехать, либо... А как мне вообще это сделать? Стой. Нихуя. А чё они хотят от меня, блядь? Проще же просто сейчас их расстрелять и все. Зачем мне туда спускаться? Возьму в дорогу. Или мы типа такие хотим это, беспалевно замутиться, да? Уничтожьте емкость с огнежаром до. Я просто сейчас вот так вот пиздану, да и все. Она пошла вон туда. Блять, что я делаю вообще, да? Ну-ка, вот его давай вот так уебем. Так, я понял. Лучше вот так сделать, да? Опа, это что, они сканируют, что ли? Это я, короче, не понял, что надо было сделать, но сделал я какой-то хуйни. Короче, я пошел их просто разъебывать, блядь. Че ты, ебать, сидишь тут нахуй? Ёбнутый, что ли? Куда? Я сзади.
Это они что, наших бьют, что ли? Блять, стой. Да тихо, тихо. Тихо, друган. Блять, а где твоя голова-то? Стой! Вот так, в жопку тебе. Я же уничтожил огнежар? Или я не уничтожил огнежар? Сокрушим врага! Пока. Или их все надо уничтожить? Гори, 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 гори. Блять. Где еще? Блять, промахнулся. Не отходите. А, это тоже противник же, да? Ты как так? Ну, в тебя стрела попала, ты еще загорелся, блядь, и ты не умер? Нихуя не понимаю, как это работает. Иди сюда, братан. Все, прям в голову, видели? Так, теперь надо все собрать мне. Блядь, еще какие-то модификации были, видали? Но мне нужен мой механик сначала, хуяник. Сундучок, смотри, тут что-то есть интересное. Так. Сейчас я все соберу сначала, Все. Пойдет. Такой же не взрывается, да? Не, такой не взрывается, надо именно огнем. Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Ну ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. А ты что, бросил пост, что ли? Что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. А, я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой. И о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь. С тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама. Ты не выетывайся, блядь. А это что? Это да, это новый след убийцы, я так понимаю. Не понял. Сейчас, подожди. Или они сюда куда-то ведут? А, во. О. Смотри. Командиры. За минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Фиран какой-то. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса — проклятое место. Но, может, метка искателя нас защитит. Отправлю разведчиков.
Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Нормально. Так, я понял. Как мне вылезти отсюда? Так, и это у нас получается как раз вот эта вот тема, да? Да, доберитесь до Красного Эха. Блин. На костер. Телепортуться на костер. Быстрое сохранение. Меню заданий. А еще у нас... Так, а вообще все остальные же... А у нас есть еще вот такое знание. Искатель у врата. У врат. У врата. У врат. А это куда нам ведет? Мэриан Венци матери. Тут еще есть какое-то такое. Как бы видали, сколько всего есть? И того, и того. Побочные есть, дела есть. Так, вот, лагерь разбойников. Охотничьи угодья. Охотничьи, так. Что за обучающие? Сразить машины с помощью трех электрической нити. Сбейте компоненты... 3000 опыта, нихуя. Сбейте компоненты с машины при помощи разрывных стрел. Убейте рыскарей взрыв... Выстрелив в глаз высокоточной стрелой. А, ну это пока еще рано. Я понял. Это пока мне не пойдет. Вот, вообще, в принципе, на этом ролик заканчивается. Я думаю, пока достаточно. Всем спасибо, ребят, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Ну и также есть Twitch, я там провожу стримы каждый день. Есть Discord, где я выкладываю самые свежие новости. Когда выходит новый ролик или начинается стрим у меня на Твиче. Так что в Discord еще вы можете всегда найти с кем поиграть. Во. Как бы вот так вот. Это вообще прекрасно. Вот. Так что всем спасибо, ребят. На этом ролик заканчивается. Всем хорошего настроения. И до следующего ролика. Всем пока-пока.